На Мангане введена в эксплуатацию малая гидроэлектростанция Янгиарык. На объекте используются передовые технологические возможности австрийской компании. О возможностях малой ГЭС – материал программы. Вот новый малый гидроэлектростанция Янгиарык, которая разместилась в Махалесануат в Намангане, стала долгожданным событием для ее жителей. Реализация этого проекта стала возможным благодаря указу руководителя страны, направленного на внедрение энергосберегающих технологий и развитие возобновляемых источников энергии малой мощности. В нашей махалле раньше была старая ГЭС, и она на протяжении многих лет не функционировала. Электричество постоянно отключалось, отрицательно сказывалось и на предпринимательстве. Радует, что благодаря инициативе главы государства построили новую ГЭС. Теперь все будет развиваться, и предпринимательство в том числе. Население очень обрадовалось. Также в этом году положили асфальт на 5200 метрах внутренних дорог. На сегодняшний день заливает цементом дорожки вдоль арыков протяженностью 1635 метров. Все это результат работ, проводимых в стране, ориентированных на созидание и благополучие. Чтобы реализовать этот проект, акционерное общество «Узбекгидроэнерго» выделило свыше 2 миллиардов сумм. Важный момент. Здесь используются передовые технологические возможности австрийской компании Global Hydro Energy. Эта малая ГЭС вырабатывает 270 киловатт электроэнергии в час, что, как ожидается, позволит обеспечить бесперебойной подачей электричества в осенне-зимнее время года более сотни домов Махалли Янгиарык. Здесь установлено европейское оборудование компании Global Hydro. На данный момент весь процесс управления ведется нашими специалистами. Вырабатываемая электроэнергия малой ГЭС будет использоваться в первую очередь для потребностей местного населения. Также ее функционирование позволит развивать промышленность в районе, увеличить производственные мощности, создать рабочие места, а также вывести инфраструктуру на качественный уровень. И еще очень важный аспект. Подобные станции работают при низком напоре воды и малозатратны.